Приветствую, друзья, на связи Артур, и в сегодняшнем видеоролике речь у нас пойдет об экономической онлайн-игре под названием «Кладоискатели». Игра без баллов, без кэшпоинтов, можно зарабатывать без вложений, и этот проект тут надежной администрации. Кто не в теме, значит, у них был предыдущий проект, который назывался «Веселые рыбаки». Здесь мне удалось заработать во втором сезоне 1 миллион рублей. Админы реально топовые, знают свое дело, умеют развивать проект, у них куча всяких разделов, дополнений. Короче, уникальные, классные проекты. И вот запустили буквально 4 дня назад, я уже записывал обзор. Сегодня будет такое дополнение, я там получил ключ, расскажу, как переходить на новые локации, проверим проект на платежеспособность. Да и в целом пробежимся, посмотрим, что, как вообще происходит. Значит, мы видим уже множество видеообзоров на YouTube, блогеры записывают, делятся информацией, у всех очень хорошее доверие. Вот у меня 1000 просмотров на видеоролике, и каждый третий проходит регистрацию. Уже практически 300 человек, там 281 зарегистрировались, зарабатывают, и люди пишут благодарность, потому что узнали о данном проекте первыми в моем телеграм-канале. Подписавшись на него, вы будете узнавать обо всем первыми. Так что ссылочка в описании. Значит, кладоискатели. Игра без баллов, без кэшпоинтов, уникальный маркетинг, где плавное развитие. Нельзя сразу закинуть большую сумму. Есть такой антизакидон, потому что всех равные условия сделали. Вклад минимальный и максимальный 250 рублей. Дальше мы проходим раздел карта. Оплатили этот вход и по очереди открываем ячейки. И вот сегодня я открыл вот эту ячейку и выпал мне ключик. Есть золотой, есть серебряный. Если мы перейдем в раздел об игре, здесь у нас имеется инструкция. Вот этот золотой ключик от локации Эльдорадо, а серебряный ключик от следующей локации. Соответственно, вот мы видим, вы выбрали число 11, ключ от следующей локации. У меня выпал, отлично, переходим назад. И теперь вот красный кружочек появился, дальше все остальные серые. То есть мы так вот поочередно открываем все локации. Вторая у меня доступна. Купить поле за 500 рублей. У меня на балансе 251 на покупке. Давайте сделаем обмен. 249 получается мне нужно. Вот на покупке плюс 1% еще там капает сверху. Окей, все хорошо, 500 рублей есть на балансе. Ключик вот видим, один требуется и один у меня есть. VIP-ключи – это вот у нас локация Эльдорадо. Как только у нас будет 3 ключа, мы сможем оплатить вход 1000 рублей, заработать плюс 30% чистыми за месяц. Сейчас же ключик есть, деньги на балансе есть. Я нажимаю вторая локация и кнопочка «Купить поле номер 2 за 500 рублей». Это у нас называется локация «Скифское золото». Отлично, открывается 20 ячеек с замочками. И наша задача выбрать какой-то замочек, неважно какой, и получаем либо процент, либо же ключик. Так, ваш выигрыш 6% – это 30 рублей. Вот таким вот образом выбираете что угодно. Здесь уже нужно насобирать 2 ключа. То есть в 20 ячейках находятся 2 ключа от следующей, третьей локации. Как только мы насобираем здесь 2 ключа, мы можем открыть третью локацию и одновременно уже там зарабатывать в 3. Кому-то везет больше, кому-то меньше. Кто-то находит сразу же ключик, переходит. Я знаю, есть уже люди, которые перешли на третью локацию. Ну, я так понял, там один человек, это просто супер везунчик. То есть он зашел вот сюда, и ему там на первый день выпало, на второй день ключик. Вчера ночью я проспал, ячейку не открыл, поэтому сегодня утром открываю. То есть то, что вы пропустили там день-два, может неделю, ничего страшного нет. Доход там не портится, не пропадает, ничего у вас не отнимается. То есть вы можете открыть вот эти 20 ячеек как за 20 дней. Так можете за 30, и за несколько месяцев, полгода, неважно сколько. Когда есть у вас время, вы можете заходить открывать. Но не чаще, чем один раз в 24 часа. То есть, если я сейчас нажимаю на ячейку, у меня пишется вот таймер. Нужно подождать 23 часа, 58 минут, 30 секунд. И вот теперь каждый день там в 12-20 с копейками я буду заходить, открывать новую ячейку и получать либо же процент, либо же ключик. Теперь предлагаю проверить проект на платежеспособность. Я уже, кстати, не раз выводил. Вот видим, 250 рублей инвестировано, 500 сделал реинвест и еще на балансе 1200. Это у нас реферальный доход, люди активно заходят и инвестируют. Поэтому будем проверять на платежеспособность. Переходим в раздел «Вывод», «Pair кошелек», выбираем, видим, есть и другие варианты.
Внизу прописываем платежный пароль, который указываем в настройках после регистрации, а вверху сумму 1000 рублей. Прописываем 990, получаем. Это у нас комиссия Pair взимается, так что нажимаем «Заказать выплату». Отлично, она прошла. Давайте проверим это. Обновляем страничку, смотрим 990 рублей. ID операции, выплата пользователя Артурнов с проекта «Кладоискатели». Вот таким вот образом вы здесь можете без проблем зарабатывать на реферальной программе. Она одноуровневая, 4% вклада вашего партнера вы получаете. Я же для своих партнеров, рефералов, тех людей, кто регистрируется по ссылке в описании, выплачиваю 3%. То есть вы делаете пополнение, к примеру, 100 рублей, 3 вам сразу же поступают на баланс для вывода. Таким образом, все мои партнеры зарабатывают больше, то есть за 12 дней не 105%, а уже 108%. За 20 дней вы заработаете вместо 15 18% автоматически. На начальных суммах это не так существенно будет, но знаете, спустя время, там вот те же самые сокровища Дракулы, 12 дней, и здесь вместо 35 тысяч, давайте прокалькулируем, 35 тысяч плюс 8%, это будет 2800 чистыми вместо 1750. Согласитесь, существенно больше. Более чем в половину. Видим, всего лишь за 4 дня участников 5302 человека. Это очень хорошая активность. Выплачено уже 100 тысяч рублей. Вы только подумайте, сколько могли сюда уже инвестировать, раз за 4 дня выплачено 106 тысяч. То есть здесь обороты очень весомые, как для экономической онлайн-игры. По поводу ребят, кто хочет заработать без вложений, смотрите, есть серфинг, и его здесь, ну, так сказать, много. Смотрите, сколько я листаю. То есть, как минимум, здесь несколько рублей вы сможете заработать без вложений. На вот эту красную кнопку не нажимайте, видим штраф 10 рублей. Но есть такой момент, чтобы открыть раздел серфинг для просмотра, нужно сделать начальное пополнение, по-моему, от 10 рублей. То есть администрация сделала такой некий фильтр, чтобы кто попал сюда не заходил, там кучу аккаунтов не регистрировал и не прокликивал весь серфинг. То есть кто сделал пополнение, грубо говоря, там вот инвестировал в первую локацию, без проблем может дополнительно зарабатывать в разделе серфинг. И кстати, по поводу мультиаккаунтов, они здесь запрещены, иметь можно только один аккаунт. Есть раздел бонус 24, нажимаем на картинку, переходим, получаем бонус. Вот 13 копеек мне выпало. Есть игрушка, кстати, «Найди предметы». Вот она в понедельник, говорят, проходила, и было очень интересно. Но я пропустил это, хочу дождаться следующего понедельника и попробую поучаствовать. Значит, посмотреть результаты. Стоимость входа в эту игру была 25 рублей. Мы видим 5 призовых мест. И первое место 662 рубля. Дальше 265, 132, 66, 66. Да, и вот остальные участники, которые без приза остались. То есть суть игры, насколько я понял, какая? Есть картинка, в которой запрятаны монеты. И кто первый найдет, вот 10 монет, сделал 10 ходов, нашел 10 монет. За максимально короткое время тот получает 50% от той суммы, которую люди закинули. К примеру, 20 человек сделали вклад по 25 рублей. Хотя здесь, видимо, больше, потому что приз был 662. Здесь, наверное, только показывается 21 место. Я думаю, их было намного больше. Короче, если есть банк, к примеру, там 3000 рублей, то 50% это 1500 занимает первое место. Давайте нажмем на раздел «Найди монеты» и здесь вот более подробно в процентах. 50% от общей суммы забирает один человек, второе место 20% от общей суммы. Чем больше людей будет здесь участвовать, тем больше будет выигрыш. Короче, интересная, уникальная штука, надо будет затестировать. Пробовал я купить рифлидера, но у меня что-то не выходит. Его постоянно разбирают, там, я не знаю, за долю секунды. Короче, нажимаю стать лидером, но кто-то опережает. И, видимо, это пользуется спросом. Люди за 250 рублей оплачивают место и как бы получают свободных рефералов. То есть вот с 5000, там в любом случае большая доля регистрируется без реферальной ссылки. И они попадают автоматом под этого лидера. Так что интересная штука, хочу попробовать успеть нажать рефлидер и посмотреть, какие будут результаты. Еще, кстати, был вопрос по поводу пополнения, спрашивали у меня насчет Kiwi. Здесь ручной режим, нужно переходить вам на кошелек Kiwi и дальше в ручном режиме переводить средства. То есть мы здесь прописали сумму, вводим номер кошелька,
Я написал от балды, к примеру, нажимаем оплатить покупку. И вот здесь смотрите, инструкция, как пополнить Kiwi кошелек. То есть вам нужно перейти на сам сайт Kiwi, войти в личный кабинет и дальше следовать инструкции. Где тут она? Вот шаг 1. Зашли в личный кабинет, раздел переводы, вводите номер кошелька, дальше вводите сумму, нажимаете оплатить. Потом подтверждаете перевод и 6-й шаг, возвращаемся на сайт. Так вот, закрыть эту инструкцию, и после того, как вы с Kiwi кошелька сделали перевод, вы нажимаете кнопочку «Подтверждаю». Вот, а перевод нужно делать на вот этот номер. Тогда администрация в ручном режиме вам одобряет пополнение, по-моему, там регламент либо сутки, либо 48 часов. Ну, я так понимаю, подтверждают быстро, но нужно выполнить все по инструкции. Потому что писали мне люди, которые делали заявки, но они не делали перевод, думали, что автоматически будет переадресация на Kiwi. Нет, нужно просто зайти на Kiwi кошелек, сделать вручную, перевести, скопировать номер, сумму и потом здесь подтвердить. Ну что ж, друзья, основную информацию я рассказал. Думайте, изучайте проект. Кто раньше зайдет, тот дальше продвинется и дальше будет инвестировать все более крупные суммы и, соответственно, больше зарабатывать. Все ссылочки в описании. Переходите, смотрите, задавайте вопросы в Телеграме. Я всегда на связи. На этом все. До скорых встреч. Всем пока.